готово. Есть. Жерлица прямо возле палатки. Что-то притихло у меня кровать на улице. Вот, пожалуйста. Не зря я поставил возле палатки жерлицу-то. Мотает, мотает. Отлично. Просто отлично. Встанет она и стоит, пугает. Чебак не подходит. Ну ничего. Испугнули, зато сейчас будет плотва клевать. Дальше. Пошла. Ну, а чё ж ты не клюёшь? Вот она. Родная. Вот и начала клевать плотва. То никак не хотела. Щучка подошла, стояла. На жерлицу сработала и убежала. Ну, в чем дело? Ох ты ж! Ох ты ж! Да ты что, брат? Ребята, какая бомба! Вот это да! Вот
Вот это красавчик! Лайк, ребята, однозначно. Отличный. Я поменял удочку. Та удочка у меня была просто крючки и в самом низу груз. Сейчас я взял другую удочку. Такая вот мормышечка. Цвет золота. Первый раз закинул, леща вытащил. Второй раз закинул, вот этого окуня красавца вытащил. На игру. Пробуем опять. Леска прям трещала, ребята, ё-моё. Как он подкинул-то? Красиво! Плотва! Во! Красавица какая! Кидаем опять, пробуем! Вот он еще один красавец. Смотрите, какой окунь-то. Красавчик какой. Расшиперился. Мормышечка, смотрите, какая. Закидываем опять. Опа. Удар сразу какой, видали? Ух ты, ух ты, ух ты! Смотрите, опять красавчик какой. Ну, прям шикардос. Темненький какой, да? Просто кайфую от этой рыбалки, ребята. Время обед, а мне кушать не хочется. Да, и окуньков подошла, что ли? Кивочек взял длинненький такой.
им прям удобненько. Все, матросы кончились, что ли? Опа! Удар был, пробил. Наверное, снял там все. Всю наживку снял, наверное. Одел вот такой вот пучочек. Даем. Смотрим на результат. Оп-оп. Опа! Есть! Кто-то есть! Ох, какая плотва добрая! У-ху-ху. Красавица! А как пробил он, а? Красиво. Опа! Не успел поднять со дна. Опа! Да ты что, брат квадрат. Сняли, наверное, все. Так, пробивало. Кто-то есть. Ух ты, ух ты, что-то. Ох, блин, сошел. Ёк-макарёк. Сегодня плотва клюет прям в сумасшествие. О, слабенькое что-то. Поставил чайник, пьем чай. Мини-мини обед, перекус такой сделаем. Можно будет собираться потихонечку, наверное. Какой хороший удар. И там что-то хорошее. О, окунь опять. Красавчик. То нету, нету, то подойдет. То лещ, плотва, окунь. Подлещик. Прям рыбалка сегодня. Бомба.
Опа! Есть! Лотва. Сегодня все в разнобой. Здесь глубина 3,5 метра, около 4 почти что. Вся рыба есть. Оп-оп, пробивается. Опа! Опять плотва. Ну, леща либо окуня поинтересней вытягивать. Прям борьба такая у него. Ну и крупная плотва тоже хорошо дает о себе знать. Что-то клюнуло, нечто что-то. Одну удочку оторвал я. Взял другую, леска 0,14 у меня. Покрепче, так сказать. На тонкую леску, конечно же, приятно тащить, но, блин, постоянно отрывает. Опа! Перевязываться много времени надо. А это уже, можно сказать, намного уверенней. Ну, рыба не капризничает, клюет. Подыгрываю, сантиметров 10 приподниму, и поклевка. Нет поклевки, опускаю ниже, также на игру. Пробивает. Чубак активный сегодня. Ух ты, ух ты, кто там, а? Кто там, а? Лещ, наверное. Точно, подлещик. Вот он. Черный, как это. Ха, вот такой вот. Вот и вот чувствуешь, когда тянешь. Хороший, бойкий такой. Позитив прям дарит такие ощущения от вываживания. Плотва. Закидываем опять.
Ох, промазал. Да ты что? Ух ты, поднял как, а? Опа! Ничего себе, он поиграться сам не свой. Выцегонил я его, наверное, мелкий был. Вот и баловался, точно мелковатый. Ничего себе, он какой пораненный. Прям без чешуи. Кто-то его погонял. Ставим на живца. О, еще разок. Будем пить чай. Ох ты, как он дал-то красиво! Живец! 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 Вот! Попьем чайку сейчас мы. Кипит наш чаек. Достаем кружечку. Мотыля пока убираем. Где наша бомба кофе? Кофе-бомба. Бомба кофе. Кофе будем пить лесным орехом. От лунки вырезал этот кружок как раз под чайничек. Сыпаем кофейку. Достаем вкусное печенька. И пьем чай. Приятного чаепития, друзья. Горяченького, класс. Рыбалку увлекся. Чебака ловить, окуня. Даже некогда пообедать. Попьем чай сейчас. Погода просто жесть. Ветерок, поземка. Хоть бы дорогу не замело. Выбраться-то надо как-то. Со льда выехать. Катаемся туда-сюда.
собираться потихоньку. Соседи тоже уже собираются. Пораньше домой осиделся. В палатке маленькой неудобно. Спина болит. И там вот так вот полусогнутым, можно сказать. Нарыбачился, отвел душу на ура. Клевала плотва, подлещи, клещ, окунь. Вообще ништяк. Провел время, подышал свежим воздухом. Всем спасибо, кто смотрел канал Любительской рыбалки с Михалычем, Фишинг КЗ-01. Давайте, друзья, до скорых встреч на водоеме.